И когда я хочу сказать, что она мне не нужна, я ее обижаю. Второй вопрос. Почему вы детей, не спрашивая разрешения, крестите? Владимир Акимович. Здравствуйте, Ярослав. Да, доброго дня, Владимир Акимович. Хотел узнать, что вы сегодня после обеда, если вас навестить, как вы? Я буду дома. Вы будете дома. Хорошо, я тогда поеду постепенно на электричку, и там часиков 3, в 4... Хорошо, есть о чем поговорить, у меня предложение есть. Отлично, я буду еще с молодежью, так что все отлично. Давай, веди кого хочешь. Спасибо, есть, я позвоню и буду, когда в Жуковском. Добро. Сегодня, да? Да, сегодня. Хорошо. Спасибо, еду к вам в гости.